Контракт на проектирование и возведение центра диспансеризации здоровья Подмосковью на улице Маршала Бирюзова в Одинцове заключили с концерном «Крост». В модульном блоке отделения профилактики будут кабинеты для прохождения первого этапа диспансеризации терапевта и обследования медиками узких специальностей. Центр сможет принимать до 60 человек в одну смену. Завершить его возведение планируется уже в этом году.